Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюры и Диорамы. И сегодня мы с вами займемся работой с основанием. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик. Вроде как оповещения сейчас работают правильно. А то многие пропускали стримы из-за непришедших уведомлений. Я немного решил изменить концепцию и сделать как? То есть где у нас вырезан железнодорожные пути, и здесь у нас вырезано будет под воду. Здесь у нас будет вода, и здесь будет немного воды. Сюда я слеплю еще царь-рыбу или змею, не знаю, пока еще не уверен. Будет лед. И сейчас мы займемся тем, что сделаем здесь землю. Здесь. Впоследствии, конечно, здесь будет все закрываться это снегом. Но здесь будем делать водоем. То есть здесь должно быть дно. Я уже прошел здесь гипсом, просто выровнял. Думаю, смысла нет это показывать, как банально все это замазывается гипсом и ожидается высыхание. А сейчас мы пройдем все это для придания текстуры подобной вещью. Это акриловый продукт от АК Интерактив, который имитирует почву. Впоследствии, конечно, мы все это покрасим в нужный нам цвет. Но на данный момент это все будет желтого оттенка, так как это рассчитано на песочные грунты. Наносится элементарно, просто берется на кисть и намазывается. После высыхания дает небольшую усадку, но текстура остается. После высыхания нашего акрилового геля я взял рубленную пробку от фирмы Morrison. У них это идет как имитация земли. Это просто мелко рубленная пробка. Можете сделать ее сами из пробковых листов. Приклеивал на быстросохнущий клей, потому что очень быстро высыхает, только поэтому. И вышла у нас пока вот такая вот вещь. Сюда же добавил немного палок, потому что это будет подводная часть. И сейчас мы будем это все тонировать. Так как планирую здесь все выкрасить. Не знаю, в какие-нибудь темно-грязные тона. Здесь я, в принципе, попробовал. Но данный цвет пока еще не доведен до того, который я хочу, чтобы был. Поэтому мы возьмем сейчас аэрограф. Выберем цвета подходящие. И немного все это затонируем. Возьмем, наверное, опять же наши всем известные эффекты от фирмы MIG. Грязь зеленый, из которой я делаю в основном плесневелые какие-нибудь подтеки. И эффект для зимней техники. Он грязно-коричневого цвета. И потом сверху все это покроем пигментом русская земля, насколько я помню, да. И получится у нас все отлично, я думаю. Возможно, добавим подобные смывки для еще грязноватого оттенка. Вот эти вот вещи будем разбавлять и дуть через аэрограф вместо краски. И это также. Потом, возможно, white spirit'ом все это размоем. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Для начала возьмем и пройдем вот этим эффектом. Я уже залил. И посмотрим, что у нас получится. Мы
Мы нанесли первый слой. Теперь немного добавим зеленого, подобного, на самые низы и пятнами, для придания дополнительных оттенков. Так как эффект вот этот вот зеленый очень яркий, мы его немного смешаем с базовым нашим серым. Но жиже делать его не будем. Возможно, еще впоследствии еще добавим подобного цвета. Начинаем добавлять наш зеленый оттенок. После высыхания сейчас всего, что мы здесь сделали, мы будем уже точечно высветлять определенные вещи. А на данный момент мы перейдем к созданию снега на верхней площадке. Установим вагон сейчас и посмотрим, как лучше все это сделать, чтобы нам ничто не мешало. Для создания снега будем использовать уже общепринятую технологию, которую я везде, в принципе, применяю. Это ПВА, сода, белый акрил и вода. Эта технология мне очень сильно импонирует. На многих работах я уже ее использовал. И на этой буду использовать тоже. Многие говорят, что сода желтеет со временем с ПВА. Но работы стоят 2 года, пока ничего не пожелтело. Видимо, из-за того, что в них добавляется белый акрил. Когда все наши компоненты смешаны, мы начинаем наносить наш снег кистью на основание. Здесь у нас еще будет лед с водой, поэтому сюда мы пока не заходим, а начинаем работать именно по самому основанию.
Подобное основание мы имеем после высыхания нашего снежного покрытия. Всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео, ждите новую серию. Всем пока!